Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Сегодня в Костроме открывается новый джазовый сезон, сезон 2019-2020. Но я на этой сцене не только по этому поводу. Сегодня у нас одно из знаменательных событий и для того коллектива, который уже вышел на сцену, и для нашей филармонии, и я уверена, для всех вас, поклонников и любителей джаза. Наш джазовый ансамбль, который уже более 25 лет бессменно возглавляет Михаил Германович Жураков, в нынешнем году причислен к национальному культурному достоянию Костромской области. Сертификата мы приглашаем на сцену первого заместителя директора Департамента культуры Костромской области Марину Александровну Назину. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые поклонники и любители джаза. От лица администрации Костромской области, от Департамента культуры Костромской области, позвольте поздравить вас с началом джазового фестиваля. Как уже сказала Надежда Владимировна, постановлением 351 администрации Костромской области, уважаемому нашему джазовому ансамблю под управлением Михаила Журакова, джазовый ансамбль отнесен к объектам культурного достояния Костромской области. Позвольте поздравить коллектив от всей души Михаила Германовича. Дорогие друзья, ну а сейчас мы вместе будем творить великую музыку. На сцене музыканты, а вы, как наши всегда любимые, всегда желанные слушатели. Доброго вам вечера и прекрасных впечатлений. Успехов, джазовый ансамбль. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня наш джазовый сезон в этом замечательном зале мы открываем не просто концертом, а таким небольшим, но все же фестивалем. Поскольку не один наш коллектив примет участие в этом сегодняшнем вечере. Но откроем его мы. А в дальнейшем, ну, вы, наверное, из афиш видели, что у нас замечательные такие звездные гости. Но пока играем мы, это джазовый ансамбль Государственной филармонии Костромской области, начнем мы нашу программу с композиции Кенни Берна, замечательного пианиста. Она называется «Вояж». Thank you.
концерт, как примерно, 50-50 состоит из инструментальной и вокальной музыки, собственно, как и весь джаз. И сейчас в нашей программе песня называется она «You and the Night and the Music». «Ты, ночь и музыка», исполнили у нас Елис Герман Жураков. Какой микрофон, Леша? Который на стойке? Oh.
Thank you.
Следующая композиция называется «Where is your love?» «Где же тут любовь?» Написал ее замечательный музыкант, который сотрудничал с великим саксофонистом Гровером Вашингтоном, Ральф Макдональд. Он написал много мелодий для Вашингтона, и не только для него, и у него очень красивые мелодии, несмотря на то, что он по специальности барабанщик, перкуссионист, исполнитель на перкаше. Вот так бывает, на самом деле, величайший мелодист, но, собственно, он композитор-аранжировщик в довершении ко всему, как, собственно, и все такие замечательные музыканты, они очень многогранные, не знаю, и сегодня вы в этом еще убедитесь в процессе нашего концерта. Итак, Ральф Макдональд, «Where is the love?» Thank you.
странно, в заключении нашего первого, наименьшего, я так сразу предупрежу, отделения, мы сыграем песню, которая прямо в тему сейчас, называется она «Autumn Leaves», «Осенние листья». Затем будет маленький антракт, смена состава произойдет здесь на сцене. И мы ждем вас, чтобы обменяться энергетикой в течение еще достаточно серьезного времени. Thank you.
Замечательного пианиста, шоумена, не знаю, композитора, замечательного просто человека Леонида Пташкова. Еще больше информации он расскажет вам, я уже сказал, что он шоумен, он так интересно расскажет, что вы это всю жизнь все запомните, и, в общем-то, поэтому я прекращаю уже свои разговоры, мне его все равно не переговорить. Итак, Леонид Пташко. В состав которого я вхожу, Никита Знаменский, барабаны, и Сергей Живаков, контрабас.
Это для мамы.
Кострома уже стала практически родным городом, учитывая, что здесь даже у меня родственники живут. Да, вот бывает такое. Я уехал еще из бывшего Советского Союза 30 лет назад, вот, но мои родственники до сих пор живут в Костроме, так что я здесь практически как дома, хотя, конечно, редко бываю. И, конечно, громадное спасибо Михаилу Журакову, который вспомнил, что я существую, пригласил меня снова. У нас сейчас был тур по городам в России, это Нижний Новгород, Дзержинск, и вот приехал к вам, играю с замечательными музыкантами, просто у нас в хорошем смысле большая любовь. Никита Знаменский, потрясающий барабанщик. Сергей Жураков, один из лучших организаторов джазовой жизни в Нижнем Новгороде, потрясающий басист. Ну и хозяин, как говорится, хозяин этой свадьбы. Наш любимый саксофонист, виртуоз Михаил Жураков, который очень помогал в этой стране. Я думаю, что чем больше таких людей, музыкантов, преподавателей, как Михаил, я думаю, что настоящая музыкальная жизнь, и не важно, это джаз, главное, или классика, это не имеет никакого значения, главное то, что мы играем вживую, и нет никакой фонограммы, вот что есть, то мы вам и показываем. Ну, первую пьесу, которую мы сыграли, это была пьеса, в принципе, эпизод с 9-й симфонии Бетховена. И мы продолжим такую линию классической музыки. Дело в том, что я о себе вообще рассказывать много не люблю, потому что, в принципе, ну что там расскажешь? Сегодня все есть в интернете. Ну что я буду рассказывать, что у меня практически 300 концертов в году, что я играю по всему миру. От зала консерватории в Москве до Карнеги Холл в Нью-Йорке, и вот в филармонии в Костроме добрался. Вот. Большая радость для меня быть здесь вместе с вами. А сейчас мы сыграем, мы останемся вместе с Бетховеном, но только по-другому. Дело в том, что есть одна пьеса, которую мы с большим трудом ее нашли. Вот. Если узнаете мелодию, хорошо, не узнаете, ну и просто. Thank you.
на что можно импровизировать. И, в принципе, то, что мы делаем, знаете, иногда публике не совсем бывает даже понятно, но они знают какие-то мелодии, а, вот, а потом, что происходит, никто не знает. Вот, поэтому, ну, например, если мы сыграем, ну, если я сыграю, там, не знаю, ну, из мультиков каких-нибудь, я просто вам... О, вот, вот здесь. Король Лев. Кого? Король Лев. Это кто? Не, я хочу вот мальчика спросить. Как мультик какой-нибудь, знаешь, там, и пусть бегут неуклюжие, что-то в этом роде. Там. Ну, помнишь? Да? Ну, вот смотрите, например, сейчас я вспомню мелодию. А. Но, предположим, если бы эту мелодию написал не Шаинский, а Моцарт, например, как бы это было? Ну, вот. Сейчас просто вы поймете, о чем я говорю, да? Было такое.
Я приехал не один из-за границы. Я просто хорошо говорю по-русски. А вот певца, которого я сейчас приглашаю на сцену, ну, судя по его облику, вы сами поймете, что он по-русски не говорит. Вот. Очень известный певец, который выступает по всему миру. Мы играем и поем на самых лучших фестивалях всего мира. И действительно, с большой радостью вот мы приехали к вам. Человек очень особенный. В принципе, после того, когда ушли такие выдающиеся люди, как Рэй Чарльз, Джеймс Браун, в общем-то, он остался вот пока в одиночестве. Вчера у него, кстати, было день рождения, ему исполнилось. Вы не поверите, 70 лет. Хотя он выглядит на все 80. Я действительно очень рад, что мы вместе дружим. Более 20 лет и вместе. Вот впервые его в Костроме. Я приглашаю его на сцену. Человек, который я всегда говорю, this is my brother from another mother. Ронья! Let me tell you about a girl I know.
Как я говорил, ничего не бывает без любви в этой жизни. И вот эта вот песня сейчас как раз связана исключительно с любовью.
with you because actually it's your first time here in yes. In, you know what's the name of the city? No. Can you tell me right now? No. Kostroma. Kostroma. You see? Okay, so now you go to the break, some small break. I want to take a little break. No, no, but you will after a little bit later you come back. All right. Yes. So don't take, don't take. Сейчас после такой энергетики мы немножко сбавим. Мы успокоимся чуть-чуть. Знаете такой композитор Шуман? Да. Лично? У меня очень, в принципе, такая две новости. Одна плохая, а другая хорошая. С какой начать? Ну, обычно это плохой. Шуман все-таки умер. Но хорошая новость, что у него потрясающая музыка. И вот эту мелодию я посвящаю всем девушкам. Сейчас, которую написал Шуман. Это грезы. Грезы Шумана. Это самые красивые девушки в Костроме. Я это знаю еще с прошлого раза.
эту песню, которую написал Дизи Гиллеспи, великий трубач и композитор. Называется она «Мантека». То, что в переводе с испанского, это «сливочное масло». Так называется эта песня. «Мантека». Thank you.
Thank you.
Мона Лиса, Мона
You're so lovely, lady, with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely that I blame you? For that moment is a strange witness in your smile. Do you smile? The lovers on the side. No, is this your way to hide a broken heart? Many dreams I've been brought to your doorstep. Thank you.
It's not just for that lady. Don't kill me now. Hey, guys, I got it. It's okay, man. You got a beautiful lady, you know, so feel proud. Не верьте ему. Я его знаю. 20 лет работаю на You know, все неправда. Don't tell me that you speak Russian. No, but I understand you. No, because you start with I'm here, you know. I'm here and I look around, really beautiful girls. Yes. Why you start opposite of me with my beautiful ladies here? Then you go here to your England and start there. No, I go to Jamaica. I go to Jamaica. You was born there. They got ladies in Jamaica like this, you know. Yeah. So I go to Jamaica. Okay. So. James Brown. How you feel, man? I'm feeling good. I feel very good. Yes. Вы знаете, песенку I feel good. I'm feel good. You know, James. You like James Brown? As you see, James Brown was the king of soul, right? Yeah, now it's true. And I love James Brown, and I love James Brown since I was a little boy. I went with my uncle to in London to see James Brown when I was 14. And I said to myself, it's impossible. Nobody can dance like that. Nobody can sing. And I told my uncle, that's what I'm going to do. And he said, you're crazy. Yes, so she was right. I didn't go back to school. That's what I've always done because I didn't spell. Give him a hand. And now we're going to play. Yes. Сейчас мы сыграем пьесу, которую написал Джеймс Браун. Называется она I Feel Bach. I Feel Mozart. Чайковский. Thank you.
hear us. Yeah. Just pretend. It goes like this. Experience. Listen good. Слушайте. I say, hey, hey, I feel alright. You say, Один раз. Okay. Everybody, it's okay? And then, and if it's good, that does. You got it? Yeah. Come on, one time. Hey, hey. Что у вас с математикой? И сильнее, громче! It's you, right, bro? Еще раз. It's you. One time. One time. Come on. Feel alright. One time. Oh. Two time. Feel alright. Two time. Got it. Now listen. We're gonna make it nice and sweet. I say, hey, you say, I feel alright. You got it? Come on. One time. Это будет как бы вам на расстоянии.